Отлично. Ох, сальтуха какая. Пошел. Второе сальто. Пошел. Вау, 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 вау. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами как всегда Юра. И сегодня мы будем кататься на квадроцикле в игре Hill Climb. Так, ну что ж, так, а у нас еще есть, а если у нас мотоцикл? А, зачем нам квадроцикл, если у нас есть мотоцикл, ребят, точно. Давайте лучше на мотоцикле покатаемся. Вот, у нас есть кроссовый мотоцикл. Так, давайте возьмем его и, собственно, давайте возьмем грязевой котел и попробуем, как наш мотоцикл справится с этим заданием. О, отлично идет. Пока идет все хорошо, ребят. Пока идет все просто отлично. Вау! Ой-ой-ой-ой, из грязи выезжаем, выезжаем, выезжаем. Фух, ребят, мы реально только что чуть в грязи не остались. Я думаю, что этот мотоцикл нам нужно обязательно как-то немножко улучшить его характеристики для того, чтобы он мог больше пространства. Вау! Ой-ой-ой-ой-ой, утонуть не хочу, спасите. Все-все-все, едем нормально, отличненько. Все, ребят, посмотрите, какие мы уже грязные. Нам нужно немножко купить, чтобы мотоцикл был резвее, чтобы по этому болоту он просто как, я не знаю, супер-пупер был навороченным. Ай, все, разбился. Да как так-то получилось, да, у меня? Давайте заново попробуем. Больше не будем допускать таких ошибок. Давайте возьмем, только давайте, наверное, немного улучшим двигатель. А также улучшим шины. Пока что. Сейчас посмотрим. Так, и, естественно, давайте шины, потому что по грязи на обычных шинах очень сложно. Так, хочу повториться, что игра у нас взломанная, поэтому у нас денег и кристаллов миллиарды. Так, ну что ж, погнали. О, уже, так сказать. О, посмотрите, ребят. Ого, вот это. Ого, ребят, посмотрите, какая скорость, реально. Вот это ж вот что значит двигатель новый. Ай, я разбился на первых порах проезда. Но ничего, ребят, мы с вами это все отличненько сейчас все исправим. Так, купим еще подвесочку. Для того, чтобы подвесочка. Так, а также положение в воздухе нам надо выставить хотя бы на средние, потому что нам реально сложно преодолевать различные препятствия, когда все понемножку заделано. Так, ну что ж, давайте. О, ребят, слышите, как свистят шины? Да-да-да, ребята, это вы не ослышались. Это такие шины. Ох, да, погнали. Так, через 40 метров бензин, потому что бензин кончается у нас. Ага, все, взяли. Отлично, отлично. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Ничего, я в грязи. Спасите, спасите, помогите. Нет-нет-нет, мы выехали, все отлично. Все отлично, идем, идем, идем. Вау, так как так-то? И мотоцикл мой утонул в болоте. Так. Давайте, наверное, возьмем другой уровень. Мотоцикл у нас отличный. О, ребят, вулкан. Хочу вулкан. Все, давайте разблокируем вулкан и покатаемся на вулкане. Ну что, ого, вау, круто. Мы по лаве сейчас будем кататься. Вау, вот это скорость. Вот это да, вау. Лава аккуратно, вау. Колеса чуть не загорелись, ребята. Мы чуть только что не сгорели, вы видели. Нужно быть очень аккуратным, потому что в любую минуту мы можем. Вау, огонь, огонь, огонь. Мы загорелись, ух. Выехали, выехали, отлично. Самое главное в лаву не попасть там, потому что если мы попадем в лаву. Ух, ребята, чуть не сгорели. Так, едем, едем, едем. Вау, нет, нет, ну как так можно было, я не знаю, перевернуться на самом интересном месте-то, а? Ну ничего, сейчас мы повторим этот моментик с вами и поедем. Джин-д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 жин. Так, отлично. Вау, ой-ой-ой-ой-ой, ребята, нет, еще и на голову упал мотоцикл мне. Сейчас мы покажем настоящий экстрим.
Посмотрите, какую скорость мы развили с вами. Вау, о, да, давай. Ой-ой-ой. Сильно затормозил и меня перевернуло. Так, ну что ж, ребят, не хочу я уже на вулкане кататься, уже мне надоело. И мы с вами перейдем свободно к другой езде. Например, вот, пляж, отлично. Посмотрите, сейчас лето и мы на пляже. Да, это круто. Сейчас посмотрим. Да. Отличная летняя прогулка, просто супер. Так, а, вода, 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 вода. Аккуратно выезжаем из воды, едем дальше. Едем дальше, едем дальше. Перепрыгиваем через реку и погнали. Вау! Ого, ребят, вы видели, как я прыгнул? Вот это реально трамплины крутые. Речка, 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 только не в речку. Перепрыгивай, перепрыгивай ее. Нужно аккуратно быть всегда бдительным, потому что можно в любую минуту перевернуться. Вы видели, я чуть не перевернулся, реально. Нужно аккуратненько ездить, потому что упасть можно в любое время, в любую минуту. Так что, ребятки, я хочу вам сказать, что это просто супер. Так, давай, погнали, 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 погнали. Так, водичка, аккуратненько проезжаем здесь. Ой-ой-ой, какие, смотрите, горки здесь. Аккуратно не проедешь, подкидывает меня конкретно. Хорошо, что мы купили подвеску, двигатель, хорошие колеса и поведение мотоцикла в воздухе, что его не так крутит, как крутило прежде. Ай, да как так-то? Я не досмотрел, моя ошибка, что я просто не досмотрел. Так, ну ничего, возьмем другой этапик и поедем дальше. Вот, например, вот фабрика. Вот на фабрике мы еще не ездили на мотоцикле, это точно. Я помню, когда-то давно мы с вами здесь катались на грузовике. Было такое. Но на мотоцикле нет, мы еще не ездили. Ну что ж, фабрика готова. Ой-ой-ой. Ой. Вау. Ой, ребята, я разбился об потолок. Как так-то, а? Давай по новой будем делать. Вау, вот это да, вы видели? Вау, ай, ребята, об трубу, мотоцикл поехал без водителя. Вот это прикол. Морковку собрал, отлично. Вау! Ой, да что ж ты будешь делать? Как я мог так облажаться и не перепрыгнуть эту яму? Ну ничего, давайте. Так, уже мне здесь надоело здесь на этой стройке кататься. Хочу кататься по американским. Не, вот крыша домов, ребята. На крыше домов я еще никогда не ездил. Давайте, собственно, посмотрим, что здесь нас ждет и как мы здесь можем крыши на крышу, наверное, прыгать. Круто. Вау, вот это вау, ребята. Посмотрите, как я летаю. Вот это все-таки круто, реально. Вот это да. Вау, 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 вау. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Что же это такое-то, а? Ой-ой-ой. Я, ребята, что? Ребят, мы реально с огромной высоты только что упали, но так и не долетели до земли. Нам написали, что мы проиграли попросту, но тем не менее на крыше мне очень понравилось ездить. Довольно-таки забавно, да. Вау, 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 вах. Вах, 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 как круто. Ого, посмотрите на нашу скорость. Мы просто короли крыш. Посмотрите, мы... Я царь горы. Вау, сальто. Круто. Вау, поехали на крыше дальше. Так, погнали, 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 погнали. Вау, опять сальто делаем. Кувырок, прыжок и едем, продолжаем. Вот это мне уже нравится. Вот это я уже понимаю, игра. Вау, да, 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 ребятки.
Поехали, поехали. Кстати, ребята, пишем в комментариях, кто проходил этот уровень полностью, потому что игра очень довольно-таки сложная, и я постоянно тут проигрываю, потому что очень сложно играть. Все, ребятки, мы разбились с вами. Мы опять упали с огромной высоты. Так, ну что, дорогие друзья, давайте еще прокатимся на какой-нибудь прикольной штукенции, а дальше будем смотреть, что нам так. Вот, например, свалка. Вот на свалке мы еще не катались, это точно. Так, свалка автомобилей. Вау, тут мы такие крутые на мотоцикле приехали. Давай, давай, покажи, на что ты способен. Покажи всем, чтобы не смеялись. Покажи, какие мы крутые. Вау, да-да-да, ребята. Отлично. Ух, сальтуха какая. Пошел. Второе сальто. Пошел. Вау-вау-вау-вау. Да, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй. Разбился об полицейскую машину. Как такое вообще возможно-то, а? Ну ничего. Так, дорогие друзья, этот выпуск подходит к концу. Вы были на канале Вечное Детство. С вами был, как всегда, Юра. Ребятки, обязательно подписываемся на мой канал, ставим пальчики вверх и оставляем комментарии. Так, а также комментируем, какие вы хотите, чтобы я еще игры поиграл. Так что, ребятки, до скорых встреч в следующих выпусках. Пока-пока.